Сразу два щелковских боксера одержали победы на традиционном международном турнире по боксу на призы компании «Лукойл». Первые места на соревнованиях заняли Раджабой Рахимов и Абдулла Джабраилов. У 10-летнего Раджабоя Рахимова не по-детски серьезный настрой в поединках. Тренер отмечает, характер видно сразу. Юный спортсмен одерживает победу на соревнованиях вот уже второй год. Участие в турнире приняли порядка 360 боксеров из России и стран СНГ. Я в том году то же самое ехал в Нижний Новгород, тоже первое место занял. Ехал в Курск, первое место, и в этом году опять в Нижний Новгород поехал. В этом году я дрался 2 дня. Мне показалось, что мне легко было. Ну, соперники не очень опытные были. Сам Раджабой занимается 2 года и планирует продолжать. Тренируется практически ежедневно и ставит цель не меньше, чем победу на Олимпиаде. Сначала хочу мастер спорта, а потом на Олимпиаду. Если Олимпиаду, дай бог, выиграю и пойду на профессиональный бокс. Бокс – это очень интересный вид спорта. Тут при схватке противника надо думать умом и иметь опыт и силу. Сейчас, на данный момент, проявляется характер. Пока на характере, конечно, технически еще не готов. Ну вот, за счет характера, за счет своих волевых качеств выигрываем соревнования потихонечку, помаленечку, набираем обороты. Старший товарищ начинающего боксера Абдулла Джабраилов недавно сдал норматив на звание кандидата в мастера спорта. Несмотря на то, что уделяет немало времени учебе, хочет стать программистом, но и от бокса не отказывается. Не раз становился призером соревнований уровня ЦФО и России. Это чувство не описать, конечно, но чувствуете, да, такая гордость. На данный момент у меня разряд кандидата в мастера спорта. Хочу выполнить мастера спорта международного класса, выступаю сейчас на областных соревнованиях, на центральном федеральном округе. Год назад выполнил норматив кандидата мастера спорта на турнире. Сейчас подтвердил. Вот этот турнир, который проходил в городе Кстово, класса Б, где выполняется тоже норматив кандидата мастера спорта. В данный момент спортсмены занимаются на базе Щелковской детско-юношеской спортивной школы. В ближайшее время перед старшим юношей стоит цель стать мастером спорта по боксу. Ну а Раджабою предстоит подготовиться к всероссийским соревнованиям. Александра Гранич, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».